Всем привет, друзья, с вами Влад. В этом выпуске мы с вами постоим на месте для прокачки оружия, которое я показывал в предыдущем видео. Если вы его еще не посмотрели, то ссылку на него я оставлю в описании. И попытаемся мы с вами открыть сегодня бриллианты на дробаши, потому что на СГ-12 мне осталось убить всего-навсего 100 зомбей, и будут бриллианты. Приятного просмотра. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards in the scammers, getting the licks in the banner, legacies. Да, наконец-таки я их выбил. Это мои первые бриллианты в зомби. Блин, ребят, я очень рад. Как я рад! А напишите в комментариях вы, есть ли у вас в каком-либо режиме, будь то это мультиплеер, или это затмение, или зомби, бриллианты. Может, у кого-нибудь материя. Будет интересно почитать. Давайте же выйдем и поставим их в арсенале и посмотрим, как они выглядят в игре, за сколько убийств они меняют цвета. Погнали! Так, и первый дробаш, на который мы ставим бриллианты, это требюше. Так, поставили. Отлично, вообще красотюли. Давайте посмотрим, за сколько убийств они меняют цвета. 250 будет у нас фиолетовый, 500, 750, то бишь через каждые 250 убийств они у нас меняют цвета. Вообще офигенный вот этот последний стиль. Прямо все цвета, дискотека. Фиолетовый, зеленый, синий, оранжевый, бирюзовый и дискотека. Просто обалденно. Давайте же уже посмотрим, как они выглядят в игре. Погнали. Да-да, не удивляйтесь. Так, на стене у нас висит дробаш МОК-12 в башне Дану. Погнали за ним. Поднимаемся. Он у нас стоит 1000. Покупаем. Офигеть! Какие они классные! Они еще и блестят. Капец, ребят. Так скоро у меня и на пистолетах будет. Так что ждем видос. Прокачаю, обязательно выложу. Посмотрим, как они выглядят уже на пистолете. Ну это просто офигенно, ребят. Особенно если они будут менять цвета. А они меняют цвета. Надо делать 3000 киллов. И будет самый офигенный покрас для брюликов. Напиши свое мнение в комментариях, нравятся ли тебе брюлики, а также не забудь подписаться на канал, ведь скоро, я надеюсь, выбью уже бриллианты для пистолетов и покажу вам их. Но для того, чтобы прибавить мне сил для выбивания брюликов, обязательно поставь лайк и нажми на колокольчик. А с вами был Влад, всем пока.